Всем привет! Начинаем с вами новый влог. И начинаем мы его с того, что мы идем с Викушей на почту забирать посылочку с Алиэкспресс. А что это, я вам уже покажу, когда мы вернемся домой, потому что так будет удобней. Викуль, пожелай всем хорошего дня. Помаши всем ручкой. Это Почта России написано. Да? Да. Мы сейчас будем получать посылочку с тобой. Да. Да. Ты сама будешь получать? А, Икуш? Да? Сама будешь получать? Номер К-233. Тетя, да. Тетя. Похоже на тетю Сири. Так, ну что, давайте буду показывать, что мне пришло. Первое, что покажу, вот такие вот два суперских чехла. У них, смотрите, такая как 3D-печать какая-то. Они как будто бы объемные. Один в такой цветовой гамме, другой вот в такой. И еще стеклышки мне пришли. Защитные. Два. Вот это как раз на всякие салфеточки. Смотрите, как классно упаковал продавец коробочку вот в такую вот, да? Это все было в таком пакетике. Пленочка. И внутри еще он дополнительно всегда упаковывает вот такой вот поролоновый чехольчик, так скажем. Сейчас достану, покажу, какие стекла я заказываю. А вообще, на самом деле, очень спасают меня такие вещи, потому что у меня телефон прям очень любит падать. Вот. Такое вот. Написано 6D. В принципе, удар выдерживает и экран родной защищает отлично, поэтому я всегда их беру про запас, чтобы просто лежали, и я всегда могла заменить, если вдруг разобьется. Еще не показала вам, мне пришел чуть раньше вот такой вот чехол. Он мне не понравился. Печать какая-то такая дешевая. Я думала, вот это изображение будет под золото сделано. Он просто, как знаете, может быть, конечно, вам не видно через камеру, не передает точную картинку, но вот дешево выглядит, мне не очень нравится. А сам дизайн прикольный. Вообще всегда вот такие вещи, как чехлы, защитные стекла и пленки раньше тоже всегда покупаю на Алиэкспресс, потому что действительно очень выгодно там покупать. Я считаю, что лучше подождать месяц-полтора, иногда приходится за 2 недели. Вот эти чехлы, кстати, пришли очень быстро вообще. Вот только заказала, уже пришли стекла тоже. Я в один день их заказывала, вот они прям пришли очень быстро. Каждый чехол был вот такой вот индивидуальной упаковки. Вот эти я прям советую от души. Там очень много разных расцветок и под разные телефоны. Поэтому обратите внимание, они очень красиво выглядят на телефоне. Посмотрите, я поближе покажу. Видите, они как 3D сделаны. Очень красивые. Мне прям понравилось качество исполнения. Вот, в принципе, вот такие вот у меня были покупочки, которые пришли. Если вдруг что-то вам из этого приглянулось, обязательно оставлю ссылочки в описании, переходите, смотрите. У наших родителей сегодня серебряная свадьба, 25 лет совместной жизни, и вот мы решили немножечко в семейном кругу посидеть. Готовлю сейчас мясо по-французски. Смотрите, как мы его делаем. Нарезаем мясо кусочками, я его потом отбила, посолила, поперчила, и вот так вот у меня это все в холодильничке полежало пару часиков, замариновалось немножко. Так, первый слой мяса я уже выложила на противень. Дальше я буду выкладывать лучок. Прямо вот так сверху посыпать. Потом идет картошечка. И сверху мы это все... Что мы делаем, майонез? Намазываем? Некрасиво. И сверху наносим майонез.
Ну все, вот выложила на противень. Сейчас буду отправлять эту всю красоту. Нет. Сейчас буду отправлять эту красоту в духовку и будем дальше накрывать на стол. Юляшка бутербродики делает. А кто-то тут лопает. А? Это кто тут лопает? Сыр. Что за мышка? Ой, ничего себе, какой у тебя букет большой. Покажи мне скорее, что за букет. Ау. Ой, какая красота у тебя тут. Давай вазу поставим. Да. Какой красивый букетик папа маме подарил. Любимые мамины герберы, да, мам? Да, я же люблю белые лилии. Белые лилии? Это что, это там ягодки? Да. А это что? Это герберы. Нет. А вот это хризантемы. Хочу тебе на нашу годовщину. Такой бриллиант. Ну давай выпьем, потом посмотришь. Давайте чокнемся. Рига! Ура! Священный сосуд. Ух ты! Красиво! Супер! Что это? Вообще клево. Вообще! Это прям к моему платью? Оо, да. Красиво пойдешь, да, на папин юбилей? Вообще, это что, изумруд? Лондонский топаз. А, точно, топаз, у меня же в этом, в кольце. Клёво. Точно, точно. Клёво. Целовать. Спасибо. Я надела жемчуг, у меня это не будет. Ура! Ура! Праздничный кабинет. Вам еще прожить до золотой свадьбы в дружбе, в любви, в согласии, в хорошем здравии. Воспитать внуков, внучек, правнуков, правнучек. В общем, всего-всего вам доброго и хорошего от всего сердца. Я вас люблю, я вас поздравляю. Вы моя самая лучшая семья в мире. Из всех, что у тебя есть, да? Самая лучшая. Ура! Сегодня у нас 27 ноября, и ровно 4 года назад в этот день Саша сделал мне предложение. И сегодня он приехал на обед, подарил мне Рафаэлку. Это так мило было, неожиданно, вроде как, ну, это же не отмечается никогда. Тут такой маленький сюрпризик, было очень приятно. Люблю вообще неожиданные подарочки. Вот, спасибо огромное моему любимому мужу. Я знаю, что ты меня будешь смотреть. Я тебя очень-очень сильно люблю. Ну что, достали мы новогоднюю красоту. Сейчас будем украшать елочку вместе с Викусей. Она уже свою первую игрушку повесила. Вон. Ой, сколько тут всего. Смотри, еще вот такие голубые есть, Виколь. И розовенькие. Смотри, какие блестящие. Иди повесь вот этот блестящий. Красивый. Нет, а другой хочешь? Ну давай. Сейчас мы все откроем и будем наряжать. Да, Викуш? Да. Все на одну веточку вешает. Викуш, очень красивая у тебя композиция здесь. Не стали мы украшать мишурой, я не очень люблю, когда елку украшена мишурой, она у нас осталась вся здесь, это будет Викушина украшение, да, Викуш, я так понимаю? Ты будешь в нее наряжаться, в мишуру, да? Тебе нравится? Сейчас зажгу гирлянды и покажу ее во всей красе. Давай, раз, два, три. Что надо говорить? Надо говорить, елочка горит. Слышишь, Виколь? Раз, два, три. Ёлочка, гори! Вот она у нас красиво как замигала.
Ну что, вот такая вот у нас получилась елочка-красавица. Мы с Викушей заряжаем вас всех новогодним настроением. Вы знаете, как только ставишь елку, сразу же появляется новогоднее настроение. Хочется творить, хочется покупать всем подарки, хочется украшать весь дом. В общем, советую вам тоже прямо сейчас встать с диванов, поставить елку и украсть ее. И будет вам счастье, будет вам новогодняя атмосфера. Это точно?